Thank you.
Dein geschlachtes Sein, was du redest, schwimmt die Wort, diese ganze Swami hinein. Namaste, Sarasati Devi, Gauravani, Prajayane, Nevishesha, Shambhavani, Paschayane, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate We're reading Bhagavad Gita as it is, chapter 9, Most Confidential Knowledge, text number 30. Читаем Бхагавад Гиту, как она есть, глава 9, самое сокровенное знание, 30 текст. Api chet sudaracharo Api chet sudaracharo Vachate mam ananya bhak Vachate mam ananya Sadur eva samantavya Sadur eva samantavya Samyak vaya vasito hisa Samyak vaya vasito hisa Api chet sudaracharo Api chet sudaracharo Vachate mam ananya bhak Vachate mam ananya bhak Sadur eva samantavya Vaya vasito hisa Samya vaya vasito hisa Api chet sudaracharo Api chet sudaracharo Vajjate mam ananya bhak Vajjate mam ananya bhak Sadureva samantavya Sadureva samantavya Samya vaya vasito hisa Samya vaya vasito hisa Api chet sudaracharo отвратительные поступки. Человек, совершающий самые отвратительные поступки. Баджате с преданностью служит. Мам мне. Она небо. Целеустремленный. Саду. Святой. Эва. Безусловно. Са. Он. Мантабья. Тот, кого он следует считать. Самья всецело, Явасита исполненный решимости, и, конечно, Са он. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок,
Его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Комментарий Шрила Прабхупады. Употребленное в этом стихе слово «судурачара» очень существенно, и его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов – внешней материальной и соответствующей его глубинной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории обусловленной. Помимо этого, человек полностью с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. В Шримад-Бхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения сознания Кришны. Такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари», должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слова «Садхур Эва», «Он святой». Эти слова – предостережение для обывателей. Никогда не насмехайтесь над преданным, который случайно совершил проступок. Даже падшего преданного следует считать садху святым. Еще сильнее подчеркивает эту мысль слово «мантавья». Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайный проступок, нарушает указания Всевышнего. Единственное качество, необходимое преданному, неуклонно заниматься служением Господу, посвящая ему всего себя. В Нарисимха Пуране сказано: «Бхагаватича харав анани чета бриша малинопи вираджате манушья Нахишаша Камуша Чхапих Кадачи Тимира Парабха Бхатта Упати Чандра». Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки следуют
случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так и останется на низшей ступени преданного служения. He's equal to everyone, but at the same time he has a special affection for one who is his devotee. В предыдущем стихе мы слышали, что Кришна равен относится к каждому, но в особенности он, тем не менее, любит своих преданных. Krishna reciprocates with his devotees. Кришна взаимодействует со своими преданными, отвечает им на их любовь. And when someone devotes himself very sincerely to the service of Krishna, Lord Krishna person engages in sinful activities, Lord Krishna still accepts him as a devotee. И вот в сегодняшнем стихе говорится, что вот это чувство обязанности, взаимности по отношению к своему преданному у Кришны настолько велико, что даже если его преданный совершает какие-то грехи, все равно Кришна его не отвергает. So this is a very bold statement by Lord Krishna, that he is willing to accept even a person who his behavior is not proper. Это очень смелое утверждение Господа Кришны. Оно заключается в том, что даже если
человек грешит, он все равно в глазах Кришны остается преданным. Generally, a Vaishnava should be known by their behavior, by their character and qualities. Обычно Вайшнава судят по его поведению, по его характеру и качествам. This was particularly stated by Lord Chaitanya when he came to Mathura and he was visiting a temple there of Lord Krishna and he began to have kirtan in front of the deity. Был такой случай, когда Господь Чайтанья пришел в Матхуру и начал киртан перед божеством. When Lord Chaitanya would do kirtan, his kirtan would be very wonderful. It would attract people. People would all come and stand, and many would look and watch. Обычно киртаны Господа Чайтанья очень сильно привлекали людей, собирались толпы, все смотрели в изумлении. And Lord Chaitanya would sing beautiful songs glorifying Lord Krishna. Господь Чайтанья пел удивительные песни, прославляющие Господа Кришну. So usually people would all simply look and, you know, they would appreciate, but nobody would join in. И обычно люди просто смотрели, им нравилось, но они не присоединялись, не пели вместе с ним. But on this particular occasion, when Lord Chaitanya had come to Mathura, this one elderly brahmana ситуация, что у кого-то было такое же настроение, как Господа Чайтанья в киртане, он присоединился к нему. So then the brahmana explained that, well, Lord Chaitanya asked him the this elderly brahmin's identity, and the brahmin said that I am a disciple of Madhavendra Puri. One time, Madhavendra Puri, the great devotee, was traveling, and he came here to Mathura. And I took the opportunity to invite him to my home. He took meals there, and he accepted me as his disciple. И пожилой браман объяснил, что он ученик Мадхавендры Пури, великого преданного, который однажды посетил Матхуру, и этот браман пригласил его к себе на просад, и через какое-то время он получил у Мадхавендры Пури посвящение. Lord Chaitanya, on hearing this, Lord Chaitanya offered. Но Господь Чайтанья объяснил ему, что все хорошо, потому что ты находишься на уровне моего духовного учителя Ишвары Пури, который тоже был учеником, как и этот браман Мадхавендры Пури. И братьям, мы знаем, духовного учителя нужно выражать такое же почтение, как и гуру. And hearing this from the brahmana, then Lord Chaitanya declared that the behavior of the devotee established the real identity of the devotee. Lord Chaitanya. Yes. Услышав вот о
положение этого брахмана Господь Чайтанья произнес знаменитое высказывание, что о вайшнаве судят по его поведению. Whatever actions that devotees perform, they're representing the spiritual master in the line of the cyclic succession. То есть то, как себя ведет вайшнав, указывает на его связь с его духовным учителем и на всю цепь ученической преемственности. So Lord the behavior of a devotee is very important. Prabhupada always stressed this to the devotees. Поведение преданных очень важно. Прабхупада всегда подчеркивал это для своих преданных. He would say, you're representing the Krishna consciousness movement, you must act properly. Он говорил, вы представляете движение сознания Кришны и должны поэтому хорошо себя вести. I remember Srila Prabhupada in Mayapur in the year 1976. Many devotees had come there. It was a big Gaur Purnima festival, and Prabhupada greeted all the devotees in the temple room, and he addressed them all, and he told all the devotees, please do not eat in the restaurants. Помню, вот я присутствовал на знаменитом фестивале Гаур Пурнимы в Майяпуре в 76 году. Там был Прабхупада, приехал много преданных, и Прабхупада их всех встречал и в частности говорил преданным, пожалуйста, не вкушайте в местных забегаловках, всяких кафе, ресторанах. Many devotees had come from the West and they were all anxious thinking, oh, India, I'm going to go to a restaurant, I'm going to eat the sweets, I'm going to taste some of these dishes they make. Многие преданные из Запада, которые приехали, им было интересно, о, Индия, необычно, надо здесь повкушать в их всяких ресторанчиках, их блюда, и соленые, и сладкие, посмотреть, что тут и как. But Prabhupada understood the mentality of these devotees and he corrected them and warned them that please, as devotees, as Vaishnavas, you should not go and eat in the restaurants. Но Прабхупада, видя это настроение в своих учениках, предупреждал их, просил, пожалуйста, не делайте этого, не вкушайте в ресторанах местных. So there's a certain standard of behavior which is meant for devotees. Ибо для преданных есть определенный стандарт в поведении. And that standard is high. Many people admit that they cannot follow this standard. И он достаточно высок. Многие люди признают, что им не под силу следовать ему. They say, oh, this is just too difficult. They say many rules and regulations, very difficult. Они говорят, да. Слишком много у вас правил, предписаний, очень тяжеловато у вас здесь. I was distributing books in Thailand one time. Thailand is a Buddhist country. So one man asked me, said, are you a Buddhist? I said, no, I'm not a Buddhist. I said, we're different from Buddhism. Помню, вот я распространял книги как-то в Таиланде, а Таиланд это буддийская страна. И один человек спросил у меня, о, вы буддист? Я сказал, нет, я не буддист, я нечто другое. I told him we have one international society and we're following the Vedas, the Vedic path. It's something maybe similar to Hindu culture, but different from Hinduism. Я стал так говорить, я принадлежу к одной международной организации, мы следуем ведам, ведическим писаниям. Можно сказать, что мы к индуизму ближе. So he asked me, he said, how many rules and regulations do you have in this? He asked me. А, и он спросил дальше, а сколько у вас всяких правил, предписаний? So I told him we have 4 rules and regulations. Я назвал наши 4 принципа. And he said, oh, only 4? Он сказал, удивился, о, всего 4. He said, in Buddhism there are many hundreds. В буддизме, например, он продолжал,
множество там, сотни предписаний. And the monks can hardly follow any of them. И монахи буддийские вряд ли даже не всем следуют. So these rules and regulations, somebody was asking me the other day, they asked me, where do these come from? Is this something which just Prabhupada brought up, invented? И кто-то на днях меня тоже спросил этих правил, предписаний, откуда они взялись вообще? Это Прабхупада их как бы внедрил? But no, the principles of religion, they come from the Lord himself. Но нет, принципы религии исходят от самого Господа. Dharmam tusakshat bhagavat pranitam. The principles of religion are not man-made, but they come from God himself. Принципы религии не придуманы людьми, они исходят от самого Господа. And they're mentioned in the scriptures also. И также они mercy, austerity, truthfulness. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. So Prabhupada would say it's not very difficult to follow these four principles. И Прабхупада говорил, что не так уж и сложно следовать этим принципам. Of course, for Prabhupada, not very difficult. Конечно, для Прабхупады это было несложно. Because he was born in a Vaishnava family, so he was brought up in that manner. Поскольку он был рожден даже наоборот воспитывались в безбожной, нерелигиозной атмосфере. Intoxication, gambling, illicit sex, these things were common. Для нас нормальными совершенно были вот эти вещи: одурманивание себя, мясоедение, азартные игры и незаконный секс. Materialistic society, they give all importance to these kinds of activities. This is what they consider to be the purpose of life. В материальном обществе вообще эти вещи считаются смыслом жизни, поэтому их постоянно подчеркивают в этом обществе. So becoming into Krishna consciousness is movement, then they have a chance. There's hope for them. Но он говорит, что тот, кто старается это делать, если он находит убежище в движении сознания Кришны, у него появляется надежда преодолеть это влияние. But still, there's always danger. Just like when you Prabhupada gives an example, when you shave with the razor. That razor, if you're not careful, then you can cut your face. И тем не менее всегда опасность влияния этой энергии сохраняется. Прабхупада давал пример бритья, когда вы бреетесь, то малейшая неосторожность может привести к порезу. So devotional service is like going along the edge of a razor. Поэтому сознание Кришны сравнивается вот со следованием по лезвию бритвы. You have
to be very careful. A little inattention, a little carelessness, and you get caught. Нужно быть очень осторожным, внимательным, потому что в противном случае можно сразу же порезаться. And that cut doesn't stop easy, it keeps bleeding for some time. И эта ранка обычно наши все трудности, они мгновенно не испаряются никуда, а какое-то время оказывают на нас влияние, то есть кровоточат. So in the same way we come to Krishna consciousness, but sometimes something unexpected happens. Итак, мы пытаемся быть в сознании Кришны, но иногда что-то происходит неожиданное. Somehow you do something which you shouldn't have done. Вы можете совершить нечто, что вы, по идее, делать не должны. And for somebody who is in Krishna consciousness, as Krishna describes here in this verse, they're a devotee. They're really seriously practicing Krishna consciousness. Вот в этом стихе имеется в виду настоящие преданные, кто серьезно практикует сознание Кришны. They're making a genuine but somehow they did something wrong. Но так или иначе что-то у них случается. They get themselves into trouble. Они попадают в трудность какую-то. They do something sinful. Что-то греховное делают. There's some activity, some behavior which is not really the standard of a devotee. Какую-то деятельность, какое-то поведение показывают, которые не соответствуют стандартам преданных. Just like, you know, maybe you were before becoming a devotee, you were maybe smoking cigarettes. Ну, например, кто-то из вас может быть до жизни в преданности курил сигареты. So you may be talking to somebody, you may even be trying to preach to them and distribute a book. And suddenly somebody pulls out a packet of cigarettes and says, "Have a cigarette." И может быть иногда вы так проповедуете кому-то, стоите на улице. Привычки старой, угощаетесь этой сигареткой и тянете ее в рот себе. Of course, it could be something much worse than a cigarette. It could be drugs, or it could be alcohol. Конечно, это может быть и что-то посерьезнее, чем сигаретка. Это могут быть наркотики или алкоголь. You may go to some function, some family function, and they have non-vegetarian food there. And somehow you start eating non-vegetarian food. Или на каком-то such a person that still, because he's trying to be a devotee, Krishna does not give him up. Но поскольку этот человек все равно старается стать преданным, Кришна его не бросает за это. The devotee will feel very guilty. He'll feel very bad that he once they, you know, once they start smoking again, then they want to smoke more, or they want to take more, they want the drugs more. И обычно, если кто-то вот раз сорвался с сигареткой или с наркотиками, он обычно уже не останавливается, он продолжает это делать снова и снова. So
So it's hard to get out of the cycle, to get out of this trap of the illusion of the material energy. И как же вырваться из этой западни иллюзорной энергии? But Krishna looks on this person still, he thinks he is my devotee. Но Кришна смотрит на него так, что для него он по-прежнему остается его преданным. Because the devotee can, although he engaged in these bad activities, he never gives up the shelter of Krishna. То есть, хотя преданный и запутывается все больше, я там неправильно перевел, получается, не как вырваться, а он, наоборот, запутывается все больше в этой материальной энергии, и тем не менее, он остается в сердце преданным, тоже как-то продолжает служить. He continues to chant and to hear. Он продолжает воспевать и слушать. And at the same time, within his mind, he hates himself that he is so addicted to the sinful habit. И при этом в своем уме он ненавидит себя за то, что он так привязан к своим греховным привычкам. We should understand there's a difference between somebody who is sinful and somebody who is offensive. Нужно понимать разницу между грешником и оскорбителем. Just like Ajamila, he was sinful. Например, Джамила был грешником. He was, you know, he would drink, he would steal, he was having sex with his prostitute. Он воровал, он пил, у него был секс с этой проституткой. He was in his old age, he was still having children. И уже старый. Was offensive. А вот Дакша, например, с другой стороны, он был оскорбителем. Дакша was the father of Sati, who became the wife of Lord Shiva. Дакша был отцом Сати, которая стала женой Господа Шивы. And Дакша became offensive towards Lord Shiva. И Дакша проявил оскорбительное настроение к Господу Шиве. And his offenses were so bad that it led to a big battle between the followers of Lord Shiva and the followers of Dakshi. И его оскорбление было таким сильным, что привело к целой битве между последователями Дакши и последователями Господа Шивы. And Sati, who was the daughter of Daksha, she gave up her body because she didn't want to even be connected to such an offensive person as her father. А Сати, его дочери, даже пришлось оставить тело, ибо она не хотела больше иметь никаких отношений с такой, как бы, оскорбительной личностью. So what kind of person is being described here in this verse? Так вот, в сегодняшнем стихе, кто из них описан как оскорбитель или грешник? Krishna is not talking about someone who is offensive. He's talking about somebody who has some attachment to sense gratification. Кришна здесь не говорит о оскорбителях. Он говорит скорее о тех, у кого еще сохраняются привязанности к греховной деятельности. For someone who is offensive to Krishna's devotees, then it's more serious. Ибо уже настроение, оскорбительное настроение по отношению к преданным Кришне, это более тяжелый случай. Krishna does not have much feelings towards those who are offensive to his devotees. Уже к таким людям Кришна вот таких чувств, как бы добрых, не испытывает. Because the devotees have taken shelter at the feet of Krishna. Ибо преданные нашли убежище у лотосных стоп Кришны. So Krishna can tolerate offenses against himself, but not against his devotees. И Кришна может еще
оскорбление свой адрес вытерпеть, но не в адрес преданных, которые у его стоп. But at the same time, a devotee never thinks somebody is offensive to me. Но, конечно же, сам преданный при этом не думает, о, это он меня оскорбил. A devotee is always tolerant. He always accepts whatever people do to him as some reactions due to his past. Он всегда in the audience stood up and began to shout very nasty things to Srila Prabhupada. Однажды Прабхупада давал лекцию, и вот во время лекции кто-то из аудитории встал и стал буквально орать на него и очень оскорбительные такие буквально отвратительные вещи говорить. They criticized Srila Prabhupada very badly. They were very hostile and offensive to him. Очень оскорбительно себя вел по отношению к Прабхупаде, критиковал его. И выговорившись этот оскорбитель вышел, а Прабхупада прокомментировал, я наверняка оскорбил этого человека в своей прошлой жизни. Вот это пример терпения преданного. But Krishna does not tolerate offenses against his devotees. Но Кришна таких оскорблений не терпит. He can tolerate offenses against himself, but not against his devotees. Он еще раз может вытерпеть оскорбления в свой адрес, но в адрес преданных оскорблений не потерпит. Example is given. We can tolerate the heat of the sun on our head, but not on our feet. Дается пример, если сильно солнце печет вашу голову, еще куда ни шло, но если стопы подгорают, то невозможно терпеть. When you go to Jagannath Puri, if you walk on the beach at Jagannath Puri in the middle of the day, then the sand is very, very hot. Вот кто был в Джаганнатхапури, знает, если в полдень, когда солнце немилосердно печет, вы окажетесь на пляже, вот, песчаном, то невозможно. Это же самое солнце на своей голове, но стопы не могут уже терпеть. In the same way, Krishna can tolerate offenses against himself, but not against his devotees. И вот также Кришна еще может терпеть оскорбления в свой адрес, но не в адрес своих преданных. So those who are offenders to Krishna, they do not get forgiven for their sins. Поэтому оскорбители преданных Кришны прощения за свои грехи не получают. They have to come to the devotee and get forgiven. Им нужно прямо конкретно прийти к преданному и попросить прощения. And the example of this is Durvasa Muni, how he offended Ambarish Maharaj. И вот знаменитый пример есть Дурваса Муни, который оскорбил Махараджу Амбаришу. And he was chased by Lord Krishna Sudarshan Chakra. И за это его стало преследовать Sudarshana Chakra Krishna. And Durvasa Muni was a great yogi. He went everywhere to get away from the Sudarshan Chakra. He went up to Lord Brahma in Brahmaloka and asked Lord Brahma to save him. А Дурваса Муни, будучи очень могучим йогом, стал убегать по всей вселенной от этой Сударшана Чакры и добежал даже до Господа Брамы, прося у него защиты. But Lord Brahma said, I cannot help you. Но Брама сказал, я тебе не могу помочь. So then Durvasa went to Kailash to see Lord Shiva, and he asked Lord Shiva to save him. Затем Дурваса добежал до Кайласа, где живет Господь Шива, и попросил его о помощи. Lord Shiva said,
Lord Vishnu. And he fell at Lord Vishnu's feet and he begged him, please save me from this Sudarshan Chakra. И стал молить у стоп Вишну, пожалуйста, спаси меня от своей Сударшаны Чакры. But Lord Vishnu said, I can't do anything. Но Господь Вишну сказал, ничем не могу помочь. But Durvasa Muni said, what? It's your Sudarshan Chakra. You're the holder of the Sudarshan Chakra. You should be able to do something. Но как же так, воскликнул Дурваса, это же твоя Сударшана, твое оружие, ты же должен ее вообще попридержать. Можешь. But Lord Vishnu said, no, you have offended the devotee. You have to get forgiveness from the devotee. Но, а Господь Вишну сказал, нет, ты же преданных моих оскорбил, ты у них и прощение должен просить. So in this way, Durvasa Muni came back to Ambarish Maharaj and fell at the feet of Ambarish Maharaj and begged forgiveness. И тогда Дурваса Муни пришлось вернуться к Махараджа Амбариши, упасть к его лотосным стопам и просить прощения. But Ambarish Maharaj is very humble. He said, no, 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 you did not offend me. No, no, you're a great soul. You're a sannyasi. You're a big man. You're a great man. How you could offend me? I am only a king. I'm a materialist. Но Махараджа Амбариши стал возражать. Он сказал, не, какое оскорбление, ты что? Ты великая душа, ты саньяси, ты вообще великий человек, а я кто такой? Просто какой-то царь, домохозяин, материалист. Никаких оскорблений не было. So, in this way, Durvasa Muni was free from the reaction for his offenses. Ну, вот так Дурваса Муни заслужил прощения за свои оскорбления. And so, here in this verse, Lord Krishna is this. Но так или иначе, что-то такое плохое происходит, он что-то трудное делает. So Krishna said, still you should consider him to be a sadhu, you should think of him as a devotee. И обращаясь к другим, Кришна говорит, все равно вы должны думать о нем как о садху, как о преданном. Because he will soon give up that bad habit, he will soon get rid of it, and he will become a good devotee. Поскольку он скоро свои дурные привычки оставит, освободится от всего этого и уже таким будет преданным, безупречным. So in the purport, Prabhupada explains that someone may have some bad tendencies. Тенденции. И раз, два, его простят. But if it's continuous again and again and again, then it means they're not of a very high level devotee. Но если он и после этого продолжает снова и снова грешить, то это указывает на то, что его преданное служение само находится на очень низком уровне. He had some standards. If somebody was very offensive, then he would they would go out of the Krishna consciousness. If someone was offensive, they would go out of Krishna consciousness. То есть, если человек попадает в такой стандарт, как бы. Продолжает заниматься преданным служением, то рано или поздно он вот выйдет на
нормальный уровень, и все у него исправится. It's going to take some time. Просто время требуется для этого. Okay. Any questions? Есть вопросы у вас? Пробовщивание? Что есть в этом случае эффективнее? Да. В этом случае преданного, что вы так видите, что эффективнее? Какой метод? Эффективнее, может быть, какой-то метод? Чтобы исправить? Да, чтобы исправить. Отношение более стерильно. Метод, в смысле, конкретно сужение? Да. Повторение или там, практика какая-то. So in this case, if a devotee feels some addiction to something sinful, might be very recommend some method, special method for him. For example, one of these 9 items of devotional service. So maybe there is some method for improving the situation. Well, so you have to. What is their addiction? Ну, зависит от того, о каком виде греха идет речь. Somebody's maybe addicted to tea. They can't stop drinking tea. Например, кто-то чай не может бросить пить. We have devotees like that. Есть такие преданные. They've been in Krishna consciousness a long time, but still every day they have to drink tea. Уже долгое время в сознании Кришны, и все равно каждый день чай пьют. Well, some people argue that chocolate is okay. They think Prabhupada said we could have chocolate. Ну, кто-то про шоколад вообще говорит, что шоколад вообще не проблема. Прабхупада сказал, что... А вот кэрот кушать сколько? So, with tea, what about tea? People like tea, they like a cup of tea. So, there are other, not all teas have caffeine. You have to get tea without caffeine. Итак, что же делать вот этим чайманам, как бы они каждый день по чашечке чая обязательно должны пропустить. Но пускай пьют чай без чая. Есть такие чаи без чая. The problem is the caffeine. It's the caffeine that's addicted. Там без кофеина, короче, чай. Проблема в этом, что они к кофеину самому привязаны, а не столько к чаю. So you can have decaffeinated tea. Поэтому вот как без кофеиновый чай пускай. And decaffeinated coffee is also there. И также кофе без кофе. But there's other kinds of tea also. You can have flower tea, you know. Take the you can have ginger tea, you can have jasmine tea, you can have rose tea, herbal tea. Ну, всяких чаев полно без кофеина, вот имбирный чай там, розовый, травяной, что там еще? Иван чай. Цветочный. People also get very addicted to cigarette smoking. It's very hard to give up cigarettes. А некоторым очень сложно бросить сигареты курить. How to overcome cigarette smoking? А как вот победить эту привычку? They should do more japa. Им надо побольше джапа читать. Hold the beads instead of holding cigarettes. Hold your japa mala. Им нужно вместо сигареты вот в руке ощущать джапа малу свои четки побольше. And be in the association of devotees who don't smoke. И находиться в обществе преданных, которые не курят.
The important thing is association. If you have the right association, then we can avoid the bad habits. Важная вещь — это общение. В хорошем общении можно преодолеть все плохие привычки. If we go away on our own, alone, away from the devotees, then there's a tendency to get into bad habits. Вот когда мы остаемся одни в одиночестве, вдалеке от преданных, тогда проявляются все наши прошлые тенденции, выходят на сцену. So we have our Krishna conscious centers. We come and stay in the Krishna conscious center. We have association 24 hours. И вот если есть центры сознания Кришны, там круглые сутки можно общаться с преданными. You go away from the devotees, then you associate with people who are not devotees, and you meet people with all the bad habits. А если остаетесь без общества преданных, то, естественно, не сможете избежать общества материалистов, у которых куча трудных привычек. We reflect the qualities of the people who we associate with. А мы обычно отражаем качества тех, с кем мы общаемся. So if we're serious to overcome some bad habits, we just have to stay in the association of devotees. Поэтому, если вы действительно серьезны в своем намерении оставить I can drink coffee. Why can't I drink beer? Let me also go and drink another beer. Если я кофе могу себе позволить, почему не могу позволить себе пиво попить? So we get one habit leads to another. It becomes more and more serious. То есть одна привычка тянет за собой другую, и это все усугубляется. We become more and more entangled in the material energy, and it's very hard to get free. А когда материальная энергия как бы нас прочно так держит, мы запутываемся сами в ней, то очень трудно потом освобождаться от нее. So, we're declaring war on the material energy. It's a serious business. Мы же провозгласили войну материальной энергии. Это же серьезное дело. We want to get free. You have to really be on guard. You have to pay a lot of attention to what we're doing. Если хотим освободиться, нужно очень быть внимательным к тому, чем мы заняты. Why is chocolate forbidden? Why is it forbidden? Почему запрещен шоколад? I said because it's made from cocoa beans. And cocoa is like coffee. It's a similar thing to coffee. Cocoa. It's not really what devotees take. It's not a Vaishnava.
Я уже сказал, потому что там есть какао-бобы, могут быть какао-бобы, они подобны к зернам кофе, также вот содержат вот такие, такой стимулятор, и это не то, что как бы вайшнавы употребляют. One time in Los Angeles, they gave Prabhupada the sweets they had been offering to the deities, and they made some sweets with chocolate covering on it. Однажды в Лос-Анджелесе преданные угостили Прабхупаду сладостями, предложенными божествам, и какие-то из них были вот с шоколадом посыпаны, содержали шоколад. But Prabhupada said, "What is this?" He said, "Why like this?" He said, "I taught them how to make sweets, Bengali sweets. Why are they making this kind of sweet?" Но Прабхупада сказал, что это за сладости? Я же их учил готовить бенгальские авторитетные сладости, а вот они что делают? So there's so many other sweets, Bengali sweets, you know, made from milk and so on. They're much. So that's a pure form rather than this chocolate. То есть есть такие чистые сладости бенгальские разные, в основном с молоком связанные. Вот они какие-то как бы низкосортные сладости, типа шоколада. It's just, what is chocolate? It's just something manufactured for the tongue. It's not something which is actually good or healthy. It's just something to give pleasure to the tongue. Шоколад, если разобраться, что это такое? Это, как бы, можно сказать, даже не пища, а это то, что изготовляется для языка именно, для удовольствия языка. And the same with cigarettes. Why do people smoke cigarettes? It's the tongue, the taste. They like the taste. Привычек мы настолько с ними срослись и думаем, это же естественные такие вещи, и поэтому какое-то время вот на борьбу уходит с ними. Just like gambling, people get into gambling, you know, they have the habit to gamble, and then they want to go and gamble, they want to gamble.
в главной роли, по сути. If somebody is doing something wrong, and I see this, I become... А мы не будем его портить. Никого каких проблем. But I'm not the only... виновен. Guilty in this. But he's also guilty because he's kind of provoking me to this mentality that I see and anyway, Krishna says that we have to tolerate, we have to accept this person as a devotee. Ну вот Кришна и говорит на эту как раз тему, что мы должны терпеть вот эти грехи со стороны преданных. Кришна он все исправит. Да, а когда грех переходит в постоянство, ну вот это вот какой момент, то есть что должно внутри, ну, щелкнуть у меня, чтобы, допустим, я не грешила, да? Ну вот, то есть это когда я начинаю полностью предаваться, я могу всю жизнь, ну, совершать какие-то поступки и думать, что я грешница и не оскорбительница. Ну, то есть, ну. What should happen, but what I can stop all my activities, or I can continue, it can last for all my life as devotee. If we have bad habit, and we're going to go on, well, in the low level devotee. И тот, у кого дурные привычки, это просто он как преданный, именно как преданный на низком уровне находится. Самопреданности. We just have to accept that, you know, this person is like that. Вот его вот таким и надо принимать. Ну вот такой человек, преданный вот такого уровня. But he's come to Krishna. Но он все равно же пришел к Кришне. Потихонечку, может, в следующей жизни он исправится, улучшится. Better he comes to Krishna than to go. We don't tell him go away, you can't come here. То есть ни в коем случае нельзя говорить таким людям. Ты чё такой вот приперся сюда, уходи, не пойдёт такой вот.
то, что йоги, да, возвращается обратно на землю, да? Не на землю. То есть там про неудачливого йога говорится, что он начинает с того же момента, да, свой путь прогресса. Угу. И вопрос такой получается, что если то есть преданный, получается, деградировал, как он может? С какого уровня он начнет следующий? Да, как это вообще? Он начнет деградировать? Да, он может продолжить деградировать, да, давайте так сформулируем. То есть он в следующей жизни продолжает деградировать? Или как происходит? Ну, или дальше, вот дальше этот его запас преданности, он все-таки сильнее этого? Или он... Как? Разделить, то есть когда он духовность, да, получается, и... Я понимаю. Вы меня понимаете? Нет, еще. Допустим, прогрессировал, потом начал деградировать и оставил тело. И вот что его ждет, допустим, в следующей жизни? Ну, то есть, вообще, ну, он догадается, о чем речь. Так и сформулировать. Ну, что в нем одновременно, да, есть и развитость какая-то духовная, да, и вот тенденция по наклону идти, и что... И продолжим. Да, одновременно и прогрессировать, и деградировать, соответственно. То есть, если он остается преданным, он же все равно прогрессирует. Но если он начал, допустим, вернуться к каким-то пагубным пристрастиям, это он деградирует. Но получается, он тело оставил на спаде, то есть он деградировал, деградировал, деградировал и умер. И дальше что он будет? Дальше деградировать или что? Да. Но, окей, this situation is described in 6th chapter of Bhagavad Gita as Yoga Brashta, fallen yogis. So, да, это же нужно было не трогать. And so, just in this tendency on the way, he left his body. So next life, what will happen with him? Because logically, he start from in the previous life, he start to degrade, but at the same time, he has some pious devotional background. So what will happen with him in the next life? Simultaneously, two tendencies. Well, you get the resultant of the tendencies. Some both. Tendencies. Both. So the result. One pulling this way, one that way, so you go this way. Среднее, да, здесь? Сложение векторов. Получается, да, он получит. То есть у него один вектор пошел вниз, а другой вот вверх продолжается. Получается, он что-то среднее у него получится между деградацией и прогрессом. Some desire for the material, some desire for the spiritual. So you get the resultant. You're not going to get all spiritual or all material. You get something in between. То есть у него есть и желание наслаждаться, и желание служить Кришне. Соответственно, он получит что-то среднее. Он не будет ни сильным грешником, ни хорошим преданным. But Krishna's in the heart, and he understands the sincerity of everyone. Но Кришна находится в сердце, и он понимает искренность каждого. So somebody has a very strong desire for material sense gratification,
they go to heaven, they enjoy the opulence in the higher planets for a long time. И если он видит, что у преданного сильное желание к чувственным наслаждениям, он его пошлет на райские планеты, где он будет вдоволь наслаждаться. And after some time there, then they come down. И через какое-то время он спустится опять на землю. And they will continue. И продолжит. Whatever progress is made in devotional service will continue from that point. И вот тот уровень духовного развития, который у него был вот до райских как бы, событий, он с этого уровня духовности продолжит. On the other hand, someone may be very genuinely desiring spiritual perfection, but due to attachment to sense gratification, somehow they fall down. С другой стороны, кто-то может искренне прямо стремиться к духовному развитию, но из-за сильных привязанностей к чувственным наслаждениям он падает. So Krishna makes arrangements for their advancement in the new situation. И Кришна ему организовывает новую ситуацию для его дальнейшего развития. It may be that they take birth in a devotee family. Может быть, он родится в семье преданных. So that from the beginning of the life they can practice Krishna consciousness. И тогда он с самого начала своей жизни может практиковать сознание Кришны. Or it may be Krishna takes away all of their opulence and puts them in a helpless condition. Или Кришна может у него все поскольку Кришна видит, вот пока у него сохраняются богатства, он не может удержаться от соблазна их пускать на чувство наслаждения. Поэтому дай-ка я у него тогда заберу все эти богатства. Помещу-ка я его в беспомощное такое, безвыгодное положение. И в нем, в этом положении, он предастся Кришне. Maybe that's what Krishna is doing to Emil. Может, с Эмилем Кришна так вот играет. Take away everything. Забирает у него все. Put him in a helpless condition. И его ведет в беспомощное состояние. So that he can properly chant the Holy Name. Чтобы он мог нормально поспевать все это время, взывая Кришне прям неподдельно. Вопрос. Говорили, что когда преданный совершает какой-то плохой поступок, он чувствует себя внутри очень плохо, раскаивается. Вот может быть какая-то даже депрессия с этим. А с другой стороны говорится, что нужно просто продолжать, ни о чем не скорбить, да, преданный не скорбит, и просто продолжать преданное служение. Вот как это сочетать? How this most most goes together, but what? How this to this goes together, but from one side, devotee when he does something wrong, he should feel himself very guilty, very fallen, and скаиваться. Should feel himself very alone.
He thinks that I'm not going to give up chanting Hare Krishna. Но при этом он все равно думает, я ни за что не брошу повторять Hare Krishna. I'm not going to go away from Krishna consciousness. И сознание, no what happened. И сознание Кришны я не уйду, не важно, что бы ни случилось. So yes, it won't be very joyful. Да, это не будет. Should we, I do more to my own endeavors or seek both? Which is mercy. И то, и то нужно делать. Both. И то, и то. Get the mercy of devotees and also endeavor. И нужно искать милости преданных и усилия прилагать. Оно должно быть вместе. Если чего-то нового не будет, то нет шансов, да, что я спасусь. It means if something from this to is lacking, there is no chance for me. Should be both. We need everything we can get. Мы нуждаемся в любой помощи, которую мы можем получить. We have to endeavor. We have to try. Мы должны сами стараться, прилагать усилия. We can't expect everybody will just give blessings and it will all happen on its own. То есть мы не должны быть при этом думать, что просто по милости других все само собой произойдет без моих собственных усилий. So our endeavor has to be there. Но должны быть и наши усилия. But that endeavor becomes more effective when we have also the blessing of the devotee. Но эти усилия становятся более эффективными, что ли, когда есть еще и милость преданных, благословение преданных. Not necessarily every devotee, but может и не то, что прям всех и каждого преданных, но каких-то преданных. Some particularly senior devotee who you have respect for, who you value, then you can ask for their blessing. Каких-то старших преданных или каких-то преданных, которых вы уважаете, вот у них ищите благословений. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srimad Prabhupada ki jai.